Здравствуйте, дорогие козероги! Это совет Купидона для вас на октябрь. Сегодня я использую очень красивое романтическое таро. Почитать о колодах, которые используются, там можно под моими видео. Значит, первая карта – это у нас карта совета. Что советуют делать, что сохранять в отношениях, как себя вести, чтобы улучшить нашу любовную жизнь, так сказать, да, романтическую жизнь. Здесь у вас как совет король мечей. Король мечей символизирует, конечно же, во-первых, храбрость, отвагу назовем. Так, а потом, здесь, конечно, потрясающая карта в том плане, что у него сломан меч. Как вы видите, обломок меча лежит рядом. Если так, чтобы не трясти, не мотать. Вот, обломок меча лежит рядом, но насколько у него гордый, не сломленный ничем взгляд, просто потрясает. То есть он настолько отважный воин в свое время, да, то есть он не просто так все эти регалии имеет, все эти ордена, то есть он прошел боевые действия. И поэтому ничто не способно его повергнуть в замешательство. Бывалый воин, умный, храбрый, отважный, доблестный. Поэтому как совет, но в то же время король мечей всегда помним еще и традиционное как бы значение, да, это ясность ума, логика, это прекрасное чувство юмора и видение вещей как бы такими, какие они есть, без всяких там прикрас, без всякой мути-баламути, без лишних эмоций. Конечно, немножко отстранен и холоден может быть. Но, может быть, кому-то из вас и советуют какую-то дистанцию сохранять. Но вот эта вот отвага и храбрость, она также может говорить, что, может быть, вам надо, покуда это король, да, как защитник, может, хотя даже если вы женщина, может быть, вам надо встать на защиту своих отношений. Может быть и так. Но в любом случае надо всегда руководствоваться умом и логикой. В первую очередь, потому что король мечей – это потрясающий острый ум. Чего делать не советуют или от чего избавиться? А здесь у нас карта Луны. Луна, Луна. На синем лесу, где трепещут осины, да, вот не надо ходить по улочкам Парижа, там просто Эйфелева башня, ночью, если вы не знаете маршрута, я бы так сказала. То есть, и, естественно, Луна может символизировать и ревность, да, какие-то обиды, какие-то сомнения, какие-то тайны, боже, мне показалось, а тут мне еще сон приснился, точно что-то там должно быть где-то, вот этого делать не надо. Будьте логичны, видьте реальность, посмотрите на факты, вот правильное слово, посмотрите на факты. Не надо руководствоваться чем-то экстраординарным, я бы так сказала, да? Чем-то тайно, неизвестно, непонятно, замудренным. То есть не идите в те дебри, из которых вы неизвестно, когда выйдете потом. И если вдруг вашим отношениям угрожает опасность, ну, я имею в виду, там, кто-то посягнул, какая-то вот гадость посмела, да, тогда что по королю мечей? Мы встаем на защиту наших отношений. Абсолютно, как говорится, как отважный воин, руководствуясь здравым рассудком, умом, своей доблестью, отвагой, мы защищаем. Мы стоим грудью, и мы не бежим срочно порчу наводить какую-нибудь такую, в которой мы, правда, ничего не понимаем, но, как говорится, надо же, так оно страшнее, потому что непонятней. Так что вот такие вот примерно советы и антисовет. И чему научиться, советуют вам карты. О, только что, по-моему, было у стрельцов. Королева жезлов. Ну, королева жезлов, как уже и говорила я стрельцам, это надо научиться быть хозяином своей жизни, и хозяином, и хозяйкой. Надо научиться быть смелыми, надо научиться использовать свою вот эту природную животную интуицию, чуйку, когда мы чувствуем, что происходит, но при этом не нагоняем муть-баламуть и волну из непонятного чего-то.
руководствуйтесь логикой. Будьте и смелость, кстати, смелости и отваги ни королю мечей, ни королеве жезлов не занимать. Это такая, ну, как бы, такой человек, который, ну, это, наверное, как у Некрасова, да, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. То есть, когда это необходимо, не потому что она сумасшедшая, а потому что там жизненно важная необходимость, да, и поэтому она способна это сделать. Смелость, отвага, умение приспосабливаться, умение чувствовать людей, при этом не усугубляясь, не уходя в эту луну, использование своей интуиции. Надо учиться, как говорится, быть хозяином своей жизни, быть при этом здравомыслящим и не углубляться в какие-то непонятные штуки. Я желаю вам прекрасного октября, удачи, любви и вообще всего хорошего, дорогие козероги. Пока!